Как День влюбленных. День влюбленных. Это праздник любви. Вот, например, у моего мужа в этот день рождения. Шикарно. Для меня это еще больше праздник. Просто превосходно, даже можно так сказать. Возможность побыть с любимыми людьми. То есть то время, которое мы можем провести вместе. Праздник для молодых. Да мы его всегда вместе проводим. Очень прекрасный праздник. Очень светлый праздник. День, когда можно как-то обозначить свою любовь. Там дарят цветы девушкам и так далее. Да, какие-нибудь символические. Просто любви, любимого человека. Подарки особо не важны. Ну, может быть, что-то своими руками сделаю. Какой-то сюрприз. Картонные органы. Нет, цветы. Сделать друг другу вместе подарок. Любить что-нибудь одинаковое. Одинаковую одежду, одинаковые шапки, одинаковую обувь. Нет, обувь это глупо. Цветы, розы, там, мишки и так далее. Буду дарить подарки, но какие, наверное, не буду говорить. Это будет секрет. Ну, это секрет. Будет тайна, покрытая мраком. Я еще как бы сама образно знаю, но не решила конкретно. Ну, мы же не будем рассказывать сейчас. Открытки, конечно. Валентинки? Да, валентинки. Можно подарить и маленькую, но подарить с любовью, можно подарить большую, но как бы, и, ну, без какого-то азарта. Вот такая большая. Ну, метр на метр, да? Мой идеальный вариант, не знаю, такая, наверное. Такие вот объемы. Чтоб в руку помещалось. Ну или такую. Соразмерно, какие чувства у человека? Не, ну как, валентинки, ну лично я считаю, ну вот маленькие валентинки. Ну не в размере дело, точно. 50 первых поцелуев. Мне нравится этот фильм. Какая-нибудь мелодрама. Понятно, что про любовь. Что-нибудь такое трогающее. Не знаю, нам Хатико нравится. Пила 7. Например, о любви, а фильмы, точнее, я не знаю, просто учебой занимаюсь и так далее. Я не специалист в таких фильмах. Ну, немногие, но думаю, что отмечают. Как бы много кто, ну, как бы это не наш же праздник, не исконно русский, поэтому как бы все думают, что это перешел откуда-то оттуда, и поэтому немногие отмечают. Ну, немногие, но отмечают. Вот из моих знакомых, как бы, больше половины отмечают. Ну, у кого есть пары, кто в парах находится. Отмечают, друг друга дарят подарки. Да, я сама, у меня много, все друзья мои отмечают этот праздник, подруги. Проявляют как-то внимание своим вторым половинкам, ходят в кафе, там, отмечают как-то. Ну, я думаю, немногие, лично моего возраста, вот вообще немногие. Я думаю, что да. Да. Влюбленные всегда есть, поэтому не всегда отмечают.